Ну, теперь выступит у нас участник со знакомой фамилией. Объявляю номер. Бёмная Тарантелло исполняет Осташкина Светлана. Выпускница средней специальной школы имени Гнесиных в этом году. Так что, пожалуйста, на сцену аккомпанирует тоже со знакомой фамилией Осташкина Татьяна Германовна.
сказать, что Света тоже, она до сих пор является участницей нашего оркестра, так сказать, нас не покидает. Даже она нас не подводит отца. И последний наш участник, сегодня у нас немного участников, последний наш участник, тоже наш выпускник, это Родионов Егор. Он сегодня является студентом третьего курса Института имени Ипполитова Иванова. Что он играет, мы сейчас посмотрим. «Обойма». Пьеса так называется «Обойма», а автор кто? Как пиво? «Обойма». Соло для барабана. Без сопровождения. Берегли на будущий год, потому что на будущий год у нас будет 40 лет, и у нас есть и преподаватели консерватории, лауреаты международных конкурсов, ребята, и в Большом театре играют. И вот мы их на будущий год уже будем тогда привлекать, поскольку дата будет круглая. Вот, ну а сейчас я приглашаю на сцену оркестр и хор. Потихонечку все проходят на сцену, а я буду рассказывать о нашей необычной программе, которая у нас в этом году. С чем она связана? Во-первых, в этом году наша страна отмечает 70-летие Победы. И в связи с этим будет проводиться фестиваль, всероссийский фестиваль духовых оркестров, в котором мы будем участвовать. Обязательной программой там должны быть произведения о Отечественной войне. Поэтому вы услышите программу из произведения Отечественной войны. И почему у нас хор? Дело в том, что у нас тоже очень важная в этом году дата. 95 лет нашей любимой замечательной школе. И поэтому я, зная это, так скромно подошел к Ирине Ефимовне Тимохиной. Я говорю, а вот не хотели бы вы спеть с нашим оркестром? У нас вот есть такие песни. Она говорит, ой, а я сама хотела то же самое. За что я ей благодарен? Мы, говорит, давно вместе с вами не пели. Так что вот мы в этом году поем довольно большую программу. И еще это не все, что мы будем петь на 95 лет в школе. Итак, на сцене у нас замечательный хор нашей школы. С замечательными руководителями хора. Это заслуженный работник культуры Тимохина Ирина Ефимовна и Бисерова Татьяна Владимировна. Ну и оркестр. Еще хотелось сказать. Дело в том, что у нас программа была рассчитана на солиста. У нас был
солист такой известный, вам говорили, все его знаете, это Ален Ершов. Но дело в том, что выступив с нами вот на ассамблее оркестров, после этого он сказал нам, что вот у него идет сейчас ломка голоса. Ну, другие бы, может быть, завяли, растерялись, но не мы. Значит, вместо него у нас появилось 5 чтецов в оркестре. Вот сегодня, правда, будет первый читать из них, Абакян Артем, солист будет. Он будет читать стихи о войне. А также появились певцы свои. Одного нам порекомендовала Ирина Ефимовна, мальчика, Байстурченко Диму. А другой у нас в оркестре объявился, Милославов и я. Так что мы вышли из положения, уж насколько вышли, мы, вы сейчас посмотрите, сами будете оценивать все. И еще хотел сказать. Дело в том, что наш оркестр очень много общается и дружит с ветеранами, с обществом ветеранов. И они очень нас очень, так сказать, принимают очень хорошо. И вот за них стало обидно, когда слышим, что кто-то начинает нашу перекраивать историю, кто-то начинает ее перевирать. Так вот, мы здесь, участники оркестра, хотим сказать, что мы помним, чтим наших ветеранов. И вот программа наша построена так, чтобы все об этом знали. Вот и все в этом плане. Итак, наш оркестр. Итак, выступает оркестр, хор, музыкально-литературная композиция «Поклонимся великим тем». Голову свою сложи, все отдали, все, что надо. А ведь надо было жизнь.